Детско-юношеский центр АО «АрселорМиттал Темиртау» в этом году отметил 28-й день рождения. В связи с карантинными ограничениями ДЮЦ не смог отметить этот важный день масштабно. Но, тем не менее, администрация компании и профсоюзы металлургов «Жактау» не смогли оставить детей металлургов без подарка. Мы идем на просмотр приключенческого мультфильма «Неисправимый Рон». Конечно же, дети ждали этого подарка с нетерпением, потому что сейчас, в период пандемии, большие такие мероприятия запрещены. Вот сейчас, когда небольшое такое послабление, наши дети пойдут и прекрасно проведут свое время в кинотеатре «Комсомолец». В два потока 110 студийцев, среди которых самые активные дети, ставшие лауреатами и дипломантами городских, областных и республиканских конкурсов и фестивалей, вместе с педагогами ДЮЦа с радостью провели выходной за просмотр интересного мультфильма. Мне очень понравился мультфильм, но он учит нас добру и дружбе. Мультик понравился, был интересный. Ром, робот мальчика Барни, очень прикольный. Он такой был веселый и хороший. И о дружбе он был. ДЮЦ АрселорМиттал! Волшебная планета! ДЮЦ АрселорМиттал! Волшебная страна! ДЮЦ АрселорМиттал! На счастье создан детям! Дворец талантов, дружбы и добра! Также для воспитанников ДЮЦа администрация центра подготовила интересную викторину под названием «Сказочному миру детства 28 лет», на которой дети узнали много нового о создании ДЮЦа и его творческих успехах. Кристина Кириченко, Максим Ломакин, Новости Темиртау.